Летом 1941 года население Мурманска составляло 100 тысяч жителей. И на захват маленького городка фашисты отвели 3 дня. На 7-й день Великой Отечественной войны захватчики начали наступление на северном направлении. Советские войска остановили врага в 20-30 километрах от Мурманска. Оказали героическое сопротивление. Линия фронта оставалась неизменной до 44 года. Тогда красноармейцы перешли в наступление. Эстафета «Салют Победе» в Одинцовском округе продолжается. 9-й ее этап посвящен городу-герою Мурманску. Страница истории, которая может быть немножко подзабыта, та же оборона Мурманска, да, которую мы сегодня рассматривали, она, к сожалению, у нас менее известна, чем оборона там, Сталинграда или оборона Ленинграда, но это не менее героическая страница в нашей истории. Копия Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морская офицерская фуражка времен Великой Отечественной войны – символы 9-го этапа военно-патриотической эстафеты. В торжественной обстановке их передали из Захаровского теруправления в Горское. Стихи, патриотические песни в исполнении артистов Захаровского дома культуры и, конечно, минута молчания. Память о героях Великой Отечественной войны. Я думаю, что эти акции важны и нужны для того, чтобы мы, молодежь, знали, что было в прошлом и проявляли интерес к этому. Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» началась в Одинцовском округе 8 лет назад. Ее главная цель – еще раз напомнить, в первую очередь, подрастающему поколению о тех, кто тогда, в 1945 году, победил фашизм. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».